это, кстати, есть тут какая-то багованная херня, блядь. В смысле, на у тебя сейчас? Ага. Потому что ее, скорее всего, стало много, блядь. И он, блядь, ее сейчас медленно, мне кажется, что восстанавливает. Да, он что-то еле-еле восстанавливает. Я попробую лечь, блядь. Бляк ты. Да, долго, блядь. Как бы восстанавливает, ну по чуть-чуть. Да. Рост 0.0.0.1 не растет. Я 0.0.2. Ну может, потому что адолт это пошла уже такая, ну, не понял, долгая часть. Я думаю, мы сейчас походим на них, у него стамин начнет нормально восстанавливать, потому что у меня носороги такая же херня, адол течет как-то херово, а потом походил, более-менее стал прям быстро восстанавливаться, как бы маленько поиграл. Да, нам еще найти бы друг друга, ты убежал бы. Да я недалеко тут сидеть, блядь. Че ты там видишь рядом с собой? Ну, я сейчас у речки недалеко лежу. Скала там какая-нибудь есть рядом с тобой? Скала... Ой, блядь, я на F-ку нажал случайно, лошара. Я, короче, знаешь, куда прибежал? Где мы, помнишь, где газель я возле бревна убил, когда на грифах летали? Газель возле бревна? Да, 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 там такое еще зирушка это маленькая. Такая крупная. Вот я там. Так, это там скалы какие-то были. Блядь, ну давай сейчас это. Ах, я его знает, я не знаю. На, блядь, стрим можешь включить, я посмотрю, где ты прибегу. Так, ну речка тут у меня была рядышком. Блядь, сейчас я хочу посмотреть, сейчас захуярит. Беги к речке тогда, или что это? Ах. У тебя стрим пишет приостановлен. Ну, подвисло просто, когда ты зашел. А, вот. Блядь, я понял, где-то я вообще оттуда прибежал, я уже сейчас только там был. Да. Там у кустов стоит, не понюхай воды, я прям рядом с тобой вижу. Блять, что там за опять с сабом кто-то едет сейчас машина сработает к нам. Блять, мышка что-то у меня быстро крутится, короче, настройки, блять. Почему такая херь? Блин, блять. Где как основной? Что-то не смышь. Так, он один раз головой, да, бьет, два раза передними ногами. Один раз. Так, ну, где-то рядом с тобой. И прикольная лошадка. Ну, тут Рауф анимация, конечно, бодрый тоже из дома был. Вообще пиздец. Не говори. Ты у воды сейчас здесь, нет? Ага. Посередине какие-то камни, да? А вон он. Да-да-да. Чё такой маленький? Патики. Коты? Слышь, пати. Ну, они, оно надо снова перекидывать пати. А, тут нифига, ты меньше меня был. Они одинаковые, издалека кажется. Когда же ты баум чуть больше. Просто выше стоял. Набегает, ну, конечно, прикольно. Так, надо попить и пожрать. Надо пойти, пойдем этих дразнить, львов. Блядь, ну они нас догоняют, нахуй. Да? Конечно, ну я не знаю. Я не про. Леопард, я точно уверен, догонит. Ну так мы это сделаем, так вот. Блядь, я что-то покачку. Давай сначала кого-нибудь поищем, так, нахуй. Одного какого-нибудь попробуем хотя бы поэкспериментировать, блядь. А сколько народу? 36 человек. Так, а у нас что? 4000, блядь. 4000? 4 тычка от этого. От саба. Ну, блядь, в принципе, от слона не должны умереть. Ну ты же говоришь. А, надо, надо пожрать. Ты что, там плавал все, что ли? Ну, блядь, что там, тут как инвалид, блядь. О, слон впереди.
Да, знаешь, они здесь где-то. Вон там львы бегают. И трупик какой-то. Давай здесь на чистом обойдем. Да. А где львы? А, справа. Че, по сигналям? Конечно. Оп. Блять, слон там что-то задергался, аж плохо стало. Как он туда поднял? На меня лев бежит. Ну. Ага. Бежит, бежит, а он хер не догоняет. Да, он не догоняет. Может подраться с ним? Да блять, он здоровый, что нахуй. Там вот леопард есть, вот с ним нежно, а, блять, ему блитер говорят охеренный, блять. Блять, кнопки не перепут, привык выслеживать, что только shift и все. Да. Блять, крадется, крадется, блять. На спринте, ну. Блять, никто там нас не обходит, не да. Там рычи. Бегает, бежит, бежит, бежит. Два леопарда. Блять, леопард, тихо, 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 давай. Блять, ну аккуратно, он, наверное, тебя загасит все-таки. Да хер он меня загасит, он мелкий. Да просто беги, на он прямо. А, он не догоняет тоже, блять. Окей. Чешем, чешем, у нас стамин до хера. Да я думаю, подловить его, на, пускай попробует меня укусить. Так, гриф еще что-то пытается. Блять, ну никто, блять, он догоняет, нахуй. Ни хера я не догоняю. А, я притормаживаю просто. Да, это тема прикольная, кстати. Блядь. Нихера, пацаны, вы не угадали, у нас стамин какую еще, блядь. А я думаю, что у нас ее нету. В деревьях не застрянем. Да тут не все деревья. И бегут? Бегут один точно. Бегут, блядь. Я даже чуть-чуть приторможу. Смотри, смотри, он впереди. Кто? Ты на него, на бревно бежи сейчас, застрянешь. Не, я бежу, так я притормозил, они развернулись. Они уже убегают. Блядь. Ах, их не вижу, ну. Зато бежали. Пойдем, здесь обойдем по-чистому, блядь. Ты в кустах не... Охота у них не удалась, да? А были бы на зебрах, мне кажется, мы бы уже сдохли с тобой. Пацаны, вы тоже быстро бегают? Или нет? Да не так быстро, по-моему. Ее ножки-то короткие. Блять, плохо в камеру в бок нельзя поворачивать, блять. Тут можно. Как? Надо влево. Кнопки менять. Влево, вправо, менять? Мышкой поворачиваешь. Блять, ебать, на светку нажал. А? На светку нажал, блять. Зетку ты нажал? Ну посмотри на меня. Красава. Блять. А где они, я не пойму. Где-то у воды. Да. Да уйди ты, сердечко, блять. Все, блядь, ни хера, блядь. О, мелочь, что-то жует. Гриб, гриб, блядь, где-то летает. Втащи, втащить его тоже. Леопард стоит прям возле меня. Я вижу. Да ну тебя что ли? Ого, он справа лев бежит, яйца. Вова за мной. Давай, давай, беги, догоняй, 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 ну. Наглядывается тут. Блять, убьет. Я вот хочу ему поджать, чтоб он меня догнал. А чё, не попал? Блядь, чё у тебя по бледу там? Ни хера не попал. Лев? Не, не попал по мне. Давай его гоним. Блять, разворачивался. Бежит еще один, уходим, уходим. Второй леопард бежит. А, это леопардик бежит. Хорошо, здоровый. Он мелкий, мне кажется, не? Че лев бежит? Он меня даже на шифте не догоняет. Блять, он меня загасит. И хер с ним, зато весело будет. Он лев помощнее. Ну я тоже думаю, если лев прокачанный, я думаю, как было. Блять, он попал почему? Не-а. А я, по-моему, попал. Тихо-тихо попал он по тебе, блядь. Я тоже попал.
по идее. Входи. Вхожу. Сколько у тебя? 33. 29. ХП не знаю. Но у тебя в нижнем углу, правом углу крестик, половина крестика есть? Чуть больше, больше половины. Больше половины, нормально бежим. Интересно, что я ему нанес? Он тебя раза три ударил. А? Он тебя раза три ударил по анимациям. Да убегай, не подставляйся. Я 4 бледа. Ой, я тоже не попал нахуй. Че, валим их, смотри там. Эта хрень бегает мелкая еще. Леопард, блядь, блин, это, блядь, не застрянет в этих постройках. У меня уже все, блядь, прошел. Лев убегает. А где леопард? Вот за мной бегал. Вон он наверху, вон он. Наверху, да. А лев убегает. Где ты? Стой. ХПМ не хватит, интересно. Ты далеко убежал. Да я на него бегу. Он от меня уже убегает. Ему тоже хорошо попал прям этими ногами передними. А я не видел, попал, да? Да, да, я попал, я видел, там кровь от него улетела. Я по нему попал, по-моему, сейчас. Леопард, короче, залез на гору. Леопард, валим отсюда, валим. Короче, надо, блядь, чего это со стамином? У меня как половина будет, я надо. У меня еще чуть-чуть только снялось. Блядь, у меня до сих пор булит, прикинь. Ой, а чё какой-то? А? У меня 18 бреда сейчас от льва было. А крестика сколько? Половина. Блядь, надо где-то хилиться уходить, короче. О, второй. Бежит. Ой, это черный кот, да? Черный, да. А мне кажется, мы по вдвоем завалили бы. Блядь, я не знаю. А? Я игры не... Блядь, он даже на шифте меня не догоняет. Не догоняет он нас. Так он маленький какой-то, нет? Ну... Походи хилиться, встретимся. Убейте его. У меня блин прошел. Убейте его. А по ХП 1827. Не, по ХП мне уже... Да, мало у тебя. Уже хватит, да. Да, убейте этого Леона. Не, я умру тогда. Ну если только агрессив, блядь, да. Он поворотливый. Попробую заносить его. Он поворотливый. Я... Не надо, не подставляйся, уходи. Он блидер охеренный, говорит. А ты попал под ним, попадаешь? Нет. А он по тебе? Блять, вроде нет. Надо раньше всего бодать. О. Я попал. Ага. А у вас блид есть, нет? У меня нет. 25 секунд, одна капля. Ой, бать, его гриф может это пиздить. Блядь, не надо, он не рискуй. Он течет, я не течет. Я... Давай, дайте. Из жопы его снимаю. 15 секунд. А это что на F-ку жму? Да я хуй знаю, чем жму. Так, сейчас у меня блик пройдет. Так, 2 секунды. Все, у меня капель нету, блядь. Ну, до хера у меня еще хп. Блядь, попал я опять по нему, по-моему. А рогами или ногой? Вот опять попал. Не рискуй, подожди. У меня до хера. Вон, бегут сзади. Двое. Блять. Еще. Короче, все, уходим. Уходим. Весело. Побежали по полю? Да, по полю лучше, да, по чистому месту. Короче, 17 секунд, больше половины хп надо уходить, хилиться, короче. Кто там еще? А, это 2-2. А бледа нет, да? У меня нет. Быстро прошел. 3 секунды одна капля сейчас пройдет. Больше половины хп. Давай, пошли по-чистому. Давай левее. Все, они отстали. Бля, ну дикий, бля. Ну, леопарду уже ГБ было. Он понял, он уже перестал убегать. Вот бежит леопард. Ну, короче, не будем рисковать, потому что я не знаю, чего бледа будет уходить. Давай, леопардик, давай. Может, рано или поздно мы тебя замочим. Да, у меня царапины на антилопе появились. У меня тоже. Таких пока так. Двое. А справа лишь бы. Да, они думают, что догонят, блядь, у нас стамина, блядь. Ну. 5 карт набежать, блядь. Че, перебегаем речку? Да. В воде попробуйте их захуярить. Да, мелкая. А, оно мелкое. Развернулось. Оно мелкое. Блядь, лелочь.
чем это хп? 3 100, короче, у меня. Это корёт. Это я. Троечку. На F-ку? Это троечка агрессится. Ебать, звуки нахуй, пиздец, зашквар. А там этот еще гриф летает, издевается, что-то на F-ку жал. Нет, со стамином не прогадали, нахуй, по большому счету. Ага. И Леопард, я как понял, ему плохо было, потому что он перестал за нами бегать и начал крутиться на месте, ждал, пока не подбегал. Пока помощь придет. Да. Весело. Блин, я это окно-то иду закрою. Смотри, сколько хп регенишь, пока лежишь. Царапинки. А восстанавливается, интересно. Хп восстанавливается? Да, 2491 сейчас. Неплохо. 2507. И 200. А если лечить и поспать? Ну-ка посмотрим, быстрее регенит. У меня не ложится. Вот, всё. Два раза нажми. 2500 было. 56. Да, то же самое. То же самое. Самое. А штамина быстрее регенит стоит. Да штамина уже отхилилась уже. 1200. Че, я лучше встану. Вставай там. Вот, по себе мне должен быть в следующем. Птички попить после такой пробежки. Да ты пожалуй, уже не мешало бы. Так, где у нас... А, ну еда, он там, он справа от нас в кустах есть. Мы забыли им какашку отложить в дороге. Белый смат это здесь. Кто-то на них агрессивничает. Ну тема прикольная, если ее жестко прокачать, блядь. Блять, прям так нормально, прям вот фуловым этим элдером стать. Там в урон статы скинуть. Сколько у меня еще стат осталось? 65, блядь. Ну и по-другому перекинуть надо статы, конечно, маленько. Надо. Мы поскольку скинули? Ты не помнишь? У меня. Блять, стамина 1200, блядь. Сколько вот мы тут скидывали? По 100 помню, мы в стамину кинули, 50 только в атаку. Да. В стамину я бы так где-то 70 бы скинул, наверное. На всякий случай. Верно. Ну или просто полтинник скинуть, побегать, посмотреть, как это будет. Да. Так, ну я уже почти живой, у меня уже 3600. Пойдем по халам. Сейчас допью. Корову напою. Все-таки антилопа прикольно, у меня 2900. Пошли. Да, такая ничего там нужно. Так, очко там не капнуло? Бля, до сих пор нет, да чё за хуйня-то, бля? Эх, я не знаю. Я её никто не догоняет, короче. Блин, думаешь, это пятна, а не шрамы. Да-да-да, как-то не сильно замечаешь. Хорош, что нихуя я уже вижу его, понимаешь. Стой. Обижались. Извините, пусть все сожрём. Я половину. Так, я все. Тоже. Чего возвращаем? Или что? Надо отхилиться. У меня 3900. У меня 380. 380, 310. Кстати, по-моему, что лежа, что стоя, блядь, он одинаково хилит. Почему? Ну и блик тоже, да, это львов. Ну, ну да. Считай, сколько раз он тебя ударил? Раза три минимум он тебя ударил, да? Угу. Блядь, нормально, отхилились. Ну, один кстати, раз я отбежал, он блин пропал, я еще раз. Кстати, звуки нормально слышно, когда они с кустов бегут, их далеко слышно. Что, пойдем дальше отравить?
видишь, вот эти справа, которые такие стоят, самые столбики небольшими. Вот за этим, вот возле этих кучек только проверим. Угу. Ну, на озере тоже. За садинами не сидят. Бля, морда я слышу. Блять, это трава ебучая, блядь, ничего не видно. Слон все еще ползает по этой. Меня что ли? А? А, вон они. Вон они, вон они. Их еще носорожки, что ли? А где носороги? У воды. Блять, бежит им надо. А, это кажется. Они уже не бегают. Они же поняли, что бесполезно. Бесполезно еще, наверное, да. О, нападал. Хирячь его. Не попал по нему? Да я что-то нахуй вообще поебался. Затупил? Ну он, блядь, не особо меня надо отнял. Так, сейчас у меня 300. Блядь, подержишься с ним. У меня уже экраны пропали. Так, одна капля 12 секунд. Больше половины хп. А слон, смотри, куда забрался, что на самый верх. Да там есть такая хрень. Богоюзер. Да, они нас ходят по траве, ну, случайно. Я не вижу одного белого. Бежит за тобой. Ага. А, вот это вот и есть, это львица, да? А если его... Блять, а было два льва же больших было, нет? Так они вон там стоят. Один лежит, один стоит. А есть носорогов вообще видел? А? Носорогов только где? А мне показалось. Сейчас я побегаю, блин, под хилюсь. Лежит. Я по нему попал. Рогами. Походу. А хер его знает. А не, лапой. О, бежит. А, развернулся. Шипсик. О, лев побежал. Блин, ну здорово. Мне кажется. Кажется, беги. Легай, если что, на ходу. Ты ж на скорости можешь херячить справа. Он, короче, как-то... Да, я понял. Он как-то стартует замедленно. Надо вот к этому привыкнуть, блядь. Попал поэтому. Я тоже попал. Я попал. Блять, промазал. Попал. Там люди бегут еще. Прыгай, зараза. Блять, я по тебе попал. Не, не попал, ты по нему попал. Все, бежит второй. Дудики, блядь. Ну маленькие какие-то львята, блядь. Какие это маленькие? Леопарды и львята. Да конечно, леопард. Маленькие какие-то, нет? Блядь, их два, смотри, аккуратно. Бегу. Их три уже. Два льва. Подходим мы нахуй. Черненькому наверняка херовенько. Беги, ты чё? Да я хуй знает, что он останавливается, я чуть не понять не могу, блядь. Он по мне не попал. Не попал? Я по нему попал, по второму. Надо, блядь, кнопки переделывать, то ли что, я не знаю, что там. О, большой лев бежит, надо его сваливать. Блядь, он сильно бьет. Черныша можно забрать. Ему там наверняка херовенько. Тихо, смотри. А где этот маленький, этот, как у леопарда? Черный? Бежит? Там где-то дальше вот. Еще один лев на тебя бежит. Я вижу, вон черный носится. Пересекает. Блять, тебе не дают подойти. Кому? Ко мне? Да. Я к тебе сейчас подойду. И пытается со стороны отбежать. А, вот ты. Это мы разбежались далеко. Тихо, львица перерезает. Я вижу.
Блять, там и так херовенько. А? Леопард куда? Ты чего бежишь прямо под льва? Не-не-не, я вижу, вижу. Он не попадает. На меня львица бежит. А я за львом. Он попал по мне, но я по нему тоже хернул. А чё, лев, не дал тебе бреда? Бреда не дал, ага. Он мне тогда тоже не дал, у меня вроде как бы отобразилось, что он вроде как по мне попал. Попал, да, вот экран он мне дал. Но только экран. Чё-то... Может он типа это силовухой нахуй. Еще один мелкий бежит. До хера у нас, пацаны, стамины, ничего не дают. Обходит, обходит, смотри, план капкан справа. Да. Блядь. Чё, всё? Блядь, где леопард? Леопард там, походу, обратно убежал. Блядь, ютка, ёптать, нахуй, африканская. А у него тоже спринт есть, да, у него? Блядь, за мной зебра гонится, нахуй. Слышишь? Зебра? Что-то новенькое. Бегу к тебе, чтобы посмотреть. Ну надо, короче, уходить отсюда, нахуй. Видишь? Догоняю, нахуй. Ага. А, не надо, набегать тебя будет. Блядь, тебя львы подрезают тоже, блядь. Ну она отстает от нас, она нихера нас не догоняет. Короче, уходим, мы нахер тебе там, как-то Вася. Попала, блядь, по зебре. А ты понял? А она по тебе? Неа. Короче, мы не видим, что за горкой меня вот это напрягает, нахуй. Да, мы туда и не побежим. Пустыня-то большая. Там и каешь, ёпта. А кричит, как будто это гиена. Зебра, да? С ними, да? Ага. Зебра с ними? Да. Да. Ой, нахуй. Так, вот этот лев. Бежит, бежит львица, да. Я вижу, вижу. Блять, надо привыкать, как играть, блядь, что-то как-то, не знаю. Один зебра ты. Зебра вон со львами. Бежит на тебя. Не вижу. Бля, они все за тобой втроем побежали. Получил, пожалуй. Бля. Кто ты получил? Я получил, я ему дал. Короче, я эту горку вокруг оббегаю, к тебе. Ой, зебра бежит ко мне. Ну она, короче, не догоняет. А я сейчас специально. А КПТ тоже блит? Нет. Я бегу к тебе. Попал по жопе. А, он тоже по мне попал, что ли? Ой, я на такой скорости на задние ноги стою. Я по ней попал. Блять, это так не казит. А ты у тебя что по ХП? А хер его знает, не смотрел. Крести. Половинка у него. Чуть меньше половинки. Блять, ну давай не будем рисковать. Отойдем посмотрим. Нет, меня интересует леопард, ему походу дело вообще плохо. Леопарда херово, он ушел к слону походу хилиться. И этому и зебре, видимо, херово. Они убегают. Прикинь, травы рулят, бля. Зебру можете догнать, да? Да, догоняем. Ну, там, да, блядь, мы всех не... походу догоняем, а они нас нет. Бля, вот эта трава мне не очень нравится. Да, мне тоже там не видно ничего. А ты все равно через нее бежит. А где зебра-то, блядь? Зебра? А у нее, блядь, стамина кончилась, ёпты нахуй. Я ей дал. Себе. Уходи, уходи, уходи. Я ей стамин, у нее стамина кончилась. Я ее боднул. Я тоже боднул ее. Поджопник. А где третий лев, не вижу? Да хрен его знает. Львица где-то ночкуется. Да не, в кусты не полезу. Побегу туда, сбегу, гляну, что там. Вон они лежат, леопардики-то. У меня стамина больше половины еще. У меня, да, позже тоже. Че, у тебя ХП подросло, нет? А хер его нахуй не смотрел. Ну ты крестик вот смотри вправо нижнем. Ну чуть-чуть. Стамина бесконечная, нахуй. Это ты несешься? Мы убили там. Да, я вижу, вижу. О, блин, зебра, 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 бежит, бежит, бля. Водички попить. У меня еды уже почти скоро половина. А вот еда. Иди ко мне в наглую пожрём тут. Ну давай пожрём, кстати. Дальше погодим. О, бежит лица. Бежит. Я не знаю, там они... Сможешь сразу стартом резко? Что-то прыгает. У них, похоже...
походу у львов вот эта силовуха, она ничего не дает. Она просто блида не дает. Второй лев бежит за тебя. Да, у львицы. Ага, вижу, на спринт сел. Типа пока на спринт не сядешь, хер ты его и догонишь, да? Не, я как понял, тут спринт так, такового нет. Ну они типа на спринт становятся, сгибаются при охоте. Да, блядь, в Африке такое, наверное, редко никогда не увидел. 1970. Надо этот придумать видос, блядь. Что-нибудь такое. Две антилопы гну мучить стадо львов, нахуй. Стаю хищников. Не, стадо львов, нахуй. Это стая. Стадо это штравы. Не, ну. Стая хищников. Мы, видишь, как бы поменялись местами, но стали хищниками. У них там печки, ёпты. Чё там у них? Сердечко. Лев, газуй. Ой, я, блядь, не на ту кнопку нажал. Ебал, и он меня убил. Я вместо этого V нажал на C, по-моему, на что. Да, я тоже так же тут путаюсь. Было весело. Да нормально, понимаю. Все, осмелели всей пачкой за мной бегут. Да. Ну, ковбой. Даже зебра, я понимаю. Ну, было интересно. Учитывая, что мы еще не фуловы. Хотя они тоже явно не фуловы. Если бы я кнопочки не перепутал, убежал бы.